Я приветствую всех из Одессы. 15 августа 2023 года. В 15:27 в Одессе и в Одесской области объявили воздушную тревогу. Тревога не только у нас, тревога масштабна по всей территории Украины. Причина – это взлет истребителей МиГ-31, которые являются потенциальными носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал». Как вариант, пуски ракет могут быть, потому что они все чаще и чаще начинают применять данные ракеты. Вот кинжалами недавно атаковали Ивано-Франковскую область, кинжалами недавно атаковали Хмельницкую область. Поэтому не исключено, что и в этот раз вылет может быть боевым и могут быть пуски кинжалов. Эти ракеты, скорость их более 10 тысяч километров в час, поэтому они долетают очень быстро. Это не Х-101, которые там час-полтора летят только. Здесь надо немедленно идти в укрытие, находиться в безопасном месте. Берегите себя, берегите своих близких. Я на связи, как будет обновляться информация, буду сообщать. В Одессе все спокойно, слава богу. Вот. До встречи. Пока.